Итак, всем привет, друзья! Купил на зоне провод, Калужский кабельный завод, 2,5 сечения, 2 проводника и 100 метров. В общем, сейчас мы с помощью вот такого точного прибора посмотрим сечение жилы, точнее диаметр. Так, в общем, провод достаточно увесистый, я уже с помощью вот такого прибора зачистил его. Давайте взглянем на размеры самого провода. Так, значит, вот так он. 5,1 миллиметра. Видите, да? Так, вот так провод. 8,1 миллиметра. Так, снаружи жилы давайте посмотрим. 3,2. Другой проводник. 3,1, 3,2 примерно. То же самое. Так, давайте посмотрим на само сечение жил. Должно 1,75 примерно быть. То есть, если меньше, это будет, соответственно, другое сечение. Не 2,5 квадратных миллиметра. Так, штангель-циркуль берем снова и смотрим. Так, ну примерно даже 1,8, если так не зажимать сильно. То есть даже я скажу, что с запасом положили, что крайне, кстати, хорошо. Так, здесь немножко оно распушается. Провод, кстати, специально брал мягкий, потому что это удобнее в установке. Ну вот такой вот, вот такой диаметр у нас получается, 1,8 мм. Ну, то есть 1,75, скорее всего, соблюдается. Давайте, может быть, покажу, сколько тут жил, да, всего. Но жил тут достаточно много, если можете наблюдать. Не знаю, если получится распушить их, попробовать посчитать. Ну ладно, думаю, это бред, друзья. Самое главное, что я считаю, это соотношение. Ну то есть, это реально 2,5 квадратных миллиметра сечения. То есть, 1,75 тут есть. Единственное, что давайте сейчас посмотрим вес еще, пока ставлю на паузу. Так, поехали. Попробуем поставить. Заработают ли эти весы у нас? Так, на них надо нажать. Так, пошло дело, смотрим. 8,6 килограмм получается 100-метровая катушка, 2,5 сечением и 1,75 миллиметров жилы. 8,6 килограмма. То есть катушка такая. В общем, во.